Короче, купил шины. Купил шины на машинку. Асимметрику V130 взял. Какая-то фирма такая, не знаю, первый раз, наверное. Как приятно, как приятно смахнуть пыль с пластинки. Короче, это... Ну, сейчас сделаю обзор. Еду на дачу. Сделаю обзор на эти шины, потому что у нас, когда делаешь обзор, дают баллы. Такой интернет-магазин. То есть дают баллы за это. Ну, и что не снять, ни обзор не отправить. Все, сейчас сниму. О, кстати, пробки очень большие на польскую, на Польшу. Вот отсюда, чтобы вы понимали, километра 4 до границы, и все стоят фуры. Полностью все в фурах. То есть пробки на границах. Это я вам сообщаю новости. Заранее не мог ты поворот включить, Вася. Ну и все, в принципе, вот так. Сейчас сделаю обзорчик. Но шины ставить я не буду, потому что надо найти денег, где-то насобирать денег, накопить денег, купить диски литые и на них поставить, чтобы уже можно было на зиму ставить эти колеса, ну, в сервис не ездить на шиномонтаж. А хоп, скрутил сам дома на домкратике, поднял, поставил другие диски, поднял, опять другие. Ну, вот так. Все, всем пока, до новых новостей.